Готовлю вкусный и сытный завтрак. Запеку семгу в духовке, сейчас нарежу небольшими кусочками, выложу в небольшую кастрюльку. Масло не использую. Добавлю немного воды. Вот так. И отправляю в духовку. Духовка уже разогрелась, 200 градусов. Сварю яйца всмятку. Рыбка запекалась 20 минут. Главное ее не пересушить. Рыбка нежнейшая. В процессе можно перемешать. Убираю лишнюю воду, жир. Семга охлаждается. В это время заварю чаек. Колотый шиповник. Добавлю сюда пакетик Эрл Грея. Кардамон. Сушеный имбирь. Можно свежий или в порошке. Зеленое яблоко. И шиповник. Заливаю горячей водой и оставлю минут на 10. Семга остыла, переложила в чашу для взбивания. Добавляю сюда мягкий сыр. Сок лимона. Черный перец. Соль. Немного укропа. Можно добавить зеленый лук. Перемалываю блендером. Можно формировать и подавать. Бездрожжевой хлеб смазываю паштетом. Чай заварился, бутерброды готовы, можно подавать.